Дополнительный модуль с играми для программного обеспечения Лига. Пазл, пятнашки и кто хочет стать миллионером. Создает интерактив, который привлечет внимание пользователя, поможет закрепить изученный материал и немного развлечься. Игра в пазл – прекрасный способ размять ум и отдохнуть. Требуется составить картинку из множества ее фрагментов. Загрузить можно любое тематическое изображение в формате JPEG или PNG. Есть три уровня сложности. Пазл из 12, 42 и 90 кусочков. Пятнашки – это одна из самых известных головоломок в мире. Используя для движения пустую ячейку, нужно расположить блоки в порядке от 1 до 15 сверху вниз. Число 15 и дало название этой головоломке. Загрузить можно любое тематическое изображение в формате JPEG или PNG. Игра помогает развить память и логическое мышление. Кто хочет стать миллионером? Проверка знаний с помощью интерактивной викторины. Можно подготовить любые вопросы и 4 варианта ответа, один из которых является правильным. На экране отображается подсчет очков. Пользователи могут посоревноваться между собой. Программное обеспечение Лига включено в единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных.